В этом году аграрии Дагестана заложат 1400 гектаров новых виноградников. Весенняя закладка солнечной ягоды уже в разгаре. С тем, как проходят работы в Кокенском районе, ознакомились накануне специалисты Министерства сельского хозяйства. В настоящее время там имеется более 80 гектаров плантаций, из которых 20 плодоносящие. Остальные площади занимают молодые виноградники. За ходом работ следила Патимат Ханапова. Работаю я уже где-то 15-20 лет работаю, но все равно трудная работа. Ну, вот какое бы ни было, свою специальную работу надо любить. Работа сложная, но это не повод ее не любить, признается Алпия Трабаданова. Она занимается выращиванием солнечной ягоды почти 20 лет. Виноградарство Алпия называет делом тонким, имеющим множество нюансов. Самое важное – дать правильный старт. Надо нежно сажать, ухаживать, как с маленьким ребенком. Уход надо им делать. Без ухода они не вырастут. Как дети, так и они нежные. Весной этого года в хозяйство планируют заложить еще 35 гектаров виноградников. К работе привлечены 16 человек. Задействована также специальная техника. Каждый день здесь закладывают до 6 гектаров. Если погодные условия позволят, посадку планируют завершить в ближайшие 3 дня. На сегодняшний день посажено 14 гектаров. И вроде бы пока погода позволяет, посадка идет своим чередом без никаких проблем. В этом году хотим завершить вот 35 гектаров еще, и у нас общая площадь будет 120 гектаров виноградников. Надеемся в 2024 году получить нормальный урожай с этого участка тоже. Новые виноградники намечено оборудовать системой капельного полива. В планах на осень установка шпалер на данном участке, решеток которой служит опорой для лозы. Развитие виноградарства сопровождается и различными мерами господдержки. Есть государственная поддержка на закладку виноградников, по уходу за ними. Также идет на установку системы капельного орошения. Выделяется субсидии на реализованный килограмм винограда на переработку. В этом году основные площади новых закладок приходятся на Карабудахкентский, Каякентский, Дербентский районы. И в ближайшее время к закладке молодых саженцев приступят также виноградарии северной зоны республики. Патимат Ханапова, Даут Гасанов, новости ННТ, Каякентский район.